Там происходит. Я слушаю меня внимательно. Ну, короче, если вас переводить, да, в другую вот, десантуру, там, твою, короче, это нужно массово. Вы должны пацанами составить видео. Или чтобы еще хоть несколько ребят позвонили своим женам. Со слов одного человека, короче, нас нахуй пошли. Мы завтра в 15 едем в военную прокуратуру. Все это узнавать. Но должно быть массовое это, массовые люди, понимаешь, когда, если мы не приедем, нас нахуй пошли. Да, да, чтобы пацаны твои позвонили своим тоже родственникам, потому что должны другие еще звонки поступить, помимо одного, там, твоего нам, должны, чтобы еще пацаны позвонили своим. И снимите видео, вы вот ставьте, снимите видео. Отправить это, главное, снимите с обращением, объясните, чтобы снять, интернет не нужен. Как отправить, потом разберетесь. Главное, чтобы было видео хотя бы на телефоне от вас. А почему вы не отступаете? Вы на том же месте находитесь, а вы на первой линии, да? Дим, давай выключай телефон, сынок, они, может быть, улавливают твою эту, Дим. Все, сынок, я понимаю информацию, давай. Дим, я тебе сказала, что я вытащу, Дим, почему меня не слышишь? А потому что только от меня жалобы. Ведь здесь фигурирую я, поэтому тебя, конечно, командование зуб точит. Пусть все ребята звонят. Ты чувствуешься в Москве? Сынок, давай, ты меня знаешь, да, сынок, давай. Давай, я очень тебя люблю, сынок. Я вытащу вас обязательно, не переживай.